финале. 2 на 2. Покажу вам, какие обещано было. Играл я с Вайперзом против двух вьетнамов. 18-19. Ледяные оковы карта. Я хотел возле моря, но не повезло. Три казармы. Да, я тут криво писал ему, но ничего. Так, разведочка. Залетаем, забегаем. 19 ранг с развертки поставил в море. И тут убил, короче, одним кайманом просто морскую установку. Это было весело. Я потихо разведываю. Выхожу у вертексы и зевса. Во все выхожу, в принципе, но в приоритете. Смотрите, это я вертексом пролетел, разведал. Тут я ему показал, что третий уровень штаба. Тут ничего такого, летаю, просто пехоту пугаю. Ну и он здесь видит, что нет морских установок и производит викингов. Куда летим? Че бьем? А, вышку просто разведываю. Третий уровень штаба, авиазаводик и аэродромчик. Мой союзник выходит, ну, то же самое, только плюс море. Так, я сказал ему атаковать эту точку, но потом сказал, что не нужно. Никак нет, стой, типа, опасно. Сейчас залетаю, добиваю электростанцию. Видите, то есть можно с иностранцами играть. То есть человек, который умеет играть, он тебя будет понимать без лишних слов. Основные команды ему, типа, даешь и все, или показываешь так, так и так и так. И он все идеально понимает. А здесь просто каракатится, как бы. Так, все, лечу, бью аэродромчик. 4 вертекса под голдой не убивают. Ну все, и через этот фланг отступаю. Так, тут разведка вроде. Койотик, да. Ничего страшного. Ничего страшного. Залетает он тут, бьет. Цески выбивает. Желтый отстраивается. Тут штабик уже. Здесь четвертый уровень штаба я спалил. И тоже решил выйти в четвертый. Вдвоем мы... То есть, смотрите, мы даже не писали, не соглашались атаковать. Я видел, что он подвел войска. Я подвел свои, и мы вдвоем побежали. Вот это что называется командная игра. Смотрите, я вижу четвертый уровень штаба. То есть принудительно надо сначала спецмашину убить. Убиваю спецмашины. И все, и еду убивать штаб. То есть принудительно тоже штаб. Максимальный урон наношу зевсами и дальше вертексами добивать. Главное бить штаб. Буст восстановит только четвертый уровень. Летят красавцы мои. Просто задерживаю. Ну и параллельно уже пятый уровень штаба апаю. Мой союзничек мне помогал. Вертекс у меня тоже четвертый уровень. Но он будет в авиацию выходить. Так, вертекс у меня тут на патруле. Потому что не было тайфунов и, блин, вероятность того, что... А, тут, кстати, вот.
Я увидел кречетов, которые пролетали вот здесь, и решил помочь союзничку. Да, этот момент неплохой на превьюшечку, наверное, будет. Смотрите. Просто, да, неплохо. Пойдет. Все, вот так. Четенько. На превьюшечку прямо, опа, залетит. А ну, повернись экран, пожалуйста. Но я не буду тебя так криво смотреть. Меня тут люди ждут. Все, погнали дальше. Я подбиваю один кречет, я вроде, или два, не помню, один. Ну и второй. И улетает один. Он спалил, наверное, мой пятый уровень штаба. Но это как бы уже бесполезно было. Принудительно залетаю, разведываю, вижу третий уровень штаба только. Только до третьего апается. Желтого мы давненько не разведывали, но... А, вот и разведали, кстати. Мой союзник тут летает. У него третий уровень штаба и второй уровень штаба. Так, я решаюсь помочь своему союзнику тут. Просто полетать, отвлечь. Главное отвлечь внимание. Все, отступили. Луч, 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 луч. Просто летаю тут. Так сказать, лишний шум создаю, чтобы на луч не обращали внимания. Так, здесь койотик. На разведосик. Так, чтобы он до луча не добрался. Где-то, короче, спалил его гренов. Этот пехмия с самого начала был. Сейчас даю команду своему союзнику. Что вот они. Вот они войска. Полетел молодой чисто. Лещей надавать. На. Я просто бункерки поставил и все. И произвожу грена в пачку. Фловые грены убивают фловых гренов в сопр и под бункерами. И еще, блин, у меня тут как бы грены, бункера и Зевс. И, короче, это не пробить. Лол, мой союзник, короче, проорал с этого момента. У меня, кстати, допроизводится луч уже 1 секунда. 1 second to more. Да. Потеряла в итоге один бункер. Все, мой союзничек меня прикрывает и мы бьем базу. Даже штаб убил ему. Выжил аэродромчик, но от него не было толку. Тут все, добивание базы. Там войска идут, все дела, уже неинтересно. Ну, а это мы просто, я сейчас попрошу, да, я лучом бахну. Показал ему на свой луч и сказал, дай, 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 ударь, дядя. Ну и все, еще один штаб убил, кстати. Ачивку себе набрал. Это первый бой 2 на 2 был. Точнее, последний, но показываю я его вам первым. Есть еще один. Сейчас покажу еще один. Вот я... Нет, это тот же. Где он? Вот. С фульфмессингом я играл против бразильца, вьетнамца. Тоже 19-18 ранг. Тут мапа «Забытая вахта». Не люблю эту мапу вообще. В любом ее виде.
17-19 моего союзника не было приема. Он, видно, без бустов играл, потому что смотрите его обзор и обзор моих пехов. Хотя я говорил ему голдить. Он в дальнейшем начал голдить, так что... Да, вот я ему написал, и после этого момента он начал голдить. Он фулл пехи выходит, ой, фулл молоты выходит вроде. Второй уровень штаба. Ну, кстати, мне нравится, он везде расставляет разведку под каждый фланг. Это, блин, я вот это мне понравилось очень сильно. Очень редко таких игроков встречаю, особенно с собой 2 на 2. Я выхожу Зевса, Града, Тайфун. Ну, Тайфуны вначале мало ли вьертексы. В итоге мы ничего не разведали. Тут пехи какие-то бегают. Когда же первая атака? А да, кстати, вот я увидел атаку и на голд разведке отправляю своих. На 4 CS чисто мой парень сидел, я такой, нормально, нормально. 1079 добычи, не знаю, что у него там за 4 CS такие. Все, тут молоточки поехали. Мне кажется, Лен принудительно прям выбивает градов. Ой, градов, говорю, ягов. Точнее, выбивал. Но пока тут замесик происходит, мои тяжелые юниты еле стягиваются. Яги в этот момент сопровские уже с одной базы на вторую приехали. А по ее авиазаводик еще. Моего союзничка пробивает. Но тут как бы батяня приезжает. Говорит, ты чё обижаешь моего союзника? Он пошел отсюда именно. Когда Зевсы приезжает, это, короче, типа... Тяжко потом, тяжко. А потом градики еще как бы лещей поддают сверху и все. Да. Все, отогнали. Понятное дело, эту армию я оставляю на базе у союзника. Куда мне ее отводить? Ну тут, блин, пехи в кустах бегают, не знаю зачем. Просто чтобы были. Во, мамонт. Видела вот такую пачку возле себя. Он атаковал первый раз, но под тремя градами он понял, что этого не стоило делать. Я вертексом слетал, увидел четвертый уровень штаба, то есть будет хам. Сейчас сделаю еще немного градов. Разведываю этого. Вижу здесь четвертый уровень штаба. Тут разведка какие-то. Молота, броники ездят непонятно. Все, пехом разведал, где его армия находится. Ну и как бы... Бомбим. Безнаказанно, кстати. Ну, типа там есть два мамонта, но... Все. Убили. Отступаем обратно, апаем до... У меня пятый уровень же. Блин, я все провтыкал, у меня уже пятый уровень штаба. Тут хам яги.
Тут ситуация та же. Два завода ягов, один хам и второй дикий. Ничего необычного. Указал я на хамелеоны. Он мне сказал норм. Я такой: дядя, ну если у тебя все норм, как бы, спору нет. Все произвожу с пероружия. Отправил гренов тут пожучить базу. Разведал эту. Отвлечь? Нет. То он попросил отвлечь, чтобы я лучом ударил. Ну, типа, я пятак пробил. Да, я сказал, ударю по желтому, добьешь молотами, но желтый вот он где. Ягахам. Два хама. Видим. Ну да, на них сейчас ехать туда такое себе занятие. Ну и все. Желтому пора попрощаться со своей базой. Сейчас будет бум. Вот этот бум произошел. Все, ягахам. Мой союзник пытается что-то заехать, там мансовать, но... Меня хорошо приняли Зевса. Он не ожидал тут армию это увидеть. А я-то помогаю союзнику, как бы. Не брошу я его на произвол судьбы-то. Так лучше, там, наверное, еще один буду заряжать, и я уже от безнадёги их просто добью. Мой союзник заряжает, что-то убивает там. Вот красный ему приехал помогать. А тут как бы лучик. Готается по его базе. Броников производит, но в этом уже нет смысла. Разведал я чё куда, где, как бить. Бум. Ну и на этом все закончится. Тут на него ягахам придет, что-то поездит, поубивает. Но это будет уже безнадежно. Тут же тут еще Зевс и Грады. Их мало, но они есть. А, ну тут еще раз лучом все убил. Осталось одно здание. Такие 2 на 2 бои не варь интересные, но хоть что-то есть. Еще есть третий. Просили у меня третий показать. Немезида и Лорд. Ну тот, короче, не помню как его. Играю с Интерполом. Тот, что противофаза, прям противофаза. You're ready today. Собираем ящики, я понимал, что голдить будем в любом случае, мне как бы без разницы. Вот я писал, чем играет, что типа, чем она играет, не знаю, потому что три раза, дважды в PvP сдавалась и дважды сдавалась в этом. 2 на 2. А вот этот тип играет кречетами ранними и Зевса... Ой, Яга диким.
Тут меня пех, кстати, весь бой почти стоял. Разведывал. Мой союзничек залетает, разведывает. Третий уровень штаба. Ну и как бы то, что я и говорил. Кречеты и... Дико. Дико-дико як. Да, много пехов, кстати, Немезида производила. Не знаю, с чем это связано. Но производила. Так на моего союзничка как бы едут. Я бегу ему помогать. Он благополучно сам отбивает это все дело. И с этого фланга на меня поедут, а я уже отступил. Возвращаюсь обратно. Тут как бы бункера все сами отобьют. Так, вертекс помогает. База картонная, мы могли их пробить, не знаю, авиацией просто. Но почему-то наземка это играли. Люблю наземку, блин. Да и все. Так, заезжаем на холм. Он мне хотел тут убить. Она хотела убить мне завод штурмашин. Но как бы тут занят. Занят холм, сори, дядя. Тут как бы я сижу. Кричит, он залетает, но я как бы готов к тому, чем он играет уже. И это, блин, легко, когда ты знаешь, чем уже соперник играет, тебе вообще, ну, типа, тебя флукачило. Дай голда. Расставили шахматный порядочек, все дела. На холме я, так сказать, образовался себе. Тут девсик заехал куда не нужно, у меня... производится дальше то, что производилось. Мой союзник это Зевсы и Торы. Убил он аэродром Торами его. Я решаюсь напасть, но там слишком много ягов. Типа яги ж по-любому без голды, да? Стреляет на 9 клеток. Отступаем, потому что понимаю, что не пробью. И как бы убегаю просто. Тут вообще ПВО не было. Вот. 4 CS, типа, ну так себе ребята играют. Не знаю. На 4 CS такую пачку войск строить. Производить. Яга хам. Яга дикой. Яга дико хам. Уже ничего нет. Тут он пролетал и где-то увидел армию и решил помочь подвести. Так, союзник мой атакует, нет? Да, вот на меня нападает и... Мой союзничек атакует. Аэродромчик. Да. 4 уровень штаба, я гахам. Опять холм этот. Неугомонный холм, как бы не хотят отдавать. Я опять тут заехал, лещей надавал. Сейчас я до самого Берлина их гнать буду. Ягхам. Тут около, блин, ну много, короче, торов. 8 где-то. Все. Теперь я до самого Берлина буду гнать их. Если они заагрятся. 4 уровень штаба, я щит произвожу. Зевса щит. Здесь мой союзник просто торами убивает всю базу, расстреливает.
Все, я атакую точку H и точку B. Все. А я нападаю на своего, так сказать, соперника. Нам не нужно было кооперироваться, я знал, что мы и так их в одиночку убьем. Изи. Выбил аэродромчики. Но Изи в защите тайфун. Яги, которая стреляет, он из-за тумана. Не на голде, да? Ну, типа, надо бы языком помело писать, да и все, но